В общем, какое утро? Уже день. Сегодня у меня приезжает сестра, поэтому я снимаю влог. Вообще, следующая неделя. Сегодня, кстати, воскресенье у нас, 30 апреля. Вот, так что приезжает сестра, и, соответственно, всю неделю, которую вот предстоит, у нас будет просто супер насыщенная. День рождения папы. Я в своем запрещенном грамме рассказывала, как мы готовимся к дню рождения папы, потому что мы празднуем его в этот раз нестандартно для нашей семьи, празднуем его в кафе, поэтому, соответственно, я была организатором этого всего. Поедем встречать сестру сейчас. Мы проснулись с Тёмой. У меня Тёма сидит на больничном, потому что он немножко повредил ногу, коленку, и, короче, ему на работе тяжело ходить, поэтому он сидит дома на больничном, вот, ну, как бы он ходить может, все нормально, но сама суть того, что в железных вот тех сапогах, в которых он ходит по шахте, очень сложно ходить, вот, так что меньше разговоров, больше всяких дел, сейчас я собираюсь, крашусь, и мы выезжаем. У меня сестра приезжает в 10 часов вечера практически, сейчас время где-то 2 часа дня. И мы поедем туда пораньше, в Пермь, для того, чтобы погулять. Не знаю, любим мы, в общем, гулять по Перми, по всяким торговым центрам. Вот, так что хотим заехать в торговый центр «Планета», в огромный. Вот, не знаю, посмотрим, как все пойдет. Так что поехали. Мы выезжаем. Зашла тут за умывайкой, потому что забыл Тёма. Вот, время 3 часа. Как раз сейчас поедем. И в часа, наверное, ну, в 5-6 будем там уже, в Перми. Вот, и хочу сейчас заехать за мороженками, потому что я уже очень давно хочу именно мороженое «Рожок». Приехали в ТРЦ «Планета». Я не сделала, блин, микрофон. Ну, ладно. Он, короче, где-то там. Вот, так что мы сейчас походим тут, погуляем. И поедем за сестрой. Вот, он такой огромный, этот «Планета». Это просто пипец. Пошли в любимый магазин всех девчонок. «Золотое яблоко». Угу. Что, мне тут неинтересно? Да? А мне все интересно. В «Золотом яблоке»? Облепиха сибирика. Мы брали это, бабушки дарили. Нет, это мы другой брали. Где? Может, фирма такая же, а так. Далее мы ходим по МВидео. Набрали немножко покупочек. В СИН заходили снова, купили. Самбуферы. Окей, Тёме надо самбуферы. Пойдем создать самбуферы. Потом, короче, покажу, в машину сядем, покажу, что мы купили. Шли вот в этот магазинчик Coffee Way. Купили это и это. Это чай. Это чай, это молочный коктейль. Мы уже сели в машину, взяли вот, когда попить. Сейчас попьем чаек, молочный коктейль и поедем в закат. Еще надо заехать во вкусную точку. Потому что она просила купить ей еды. До скольки она, кстати? До 9. Успеем, сейчас пойдем. Вот. И мы сейчас сидим, смотрим сериал. Подсели на сериал. Как называется? Триггер. Триггер. Вот, так что, кому интересно, можете посмотреть. Там про психолога, скажем так. Все. И не спойлер, и ничего просто. Про психолога. Вот, так что, кому интересно, смотрите. Еще раз назову Триггер. А еще я, кстати, снимаю без микрофона, потому что что-то мне, не знаю, неудобно. Он у меня где-то тут валяется, в пакете я его с собой взяла, но может потом, когда на вокзал пойдем, тогда я сниму. Находимся мы, где Леруа Мерлен, и вот рядом тут торговый центр «Планета», огромный просто, без ума, вот. Так что погуляли по нему, Тёма сейчас там делает свою что-то сигарету эту электронную. Вот, и еще хочу сказать, отдельно заметить, что в Перми развивается вот эта тема с раздельным сбором отходов. Потому что тут вот стоит целый вот такой вот, как это назвать, контейнер, не контейнер, где раздельные мусорки.
Также в торговом центре в ленте, ой, не в ленте, а как в планете, тоже на каждом углу раздельные мусорки. И это очень классно. Прям вообще я рада тому, что в Перми это очень сильно так развивается эта тема. Потому что у нас в Березняках я особо не видела где-то раздельного сбора мусора. Только, по-моему, в каких-то определенных районах что-то видела, там мусорки стоят, типа там пластик, бумага, еще там какие-то пищевые отходы. Вот, так что хотела вот как раз-таки, да, затронуть эту тему, что сортируйте мусор, хотя я человек, который не сортирует мусор. Вот, но я хочу прийти к этому, но для этого, конечно, надо какие-нибудь штуки, типа, не знаю, нормальную кухню, нормальный там... Ну, может, это все отмазки звучит, как отмазки, но все равно надо место для контейнеров, для мешков. Ну, все равно как-то не будешь же там, блин, по всей кухне эти мешки развешивать. Вот, соответственно, надо сделать ремонт на кухне, а потом, может быть, я уже сделаю непосредственно вот эту тему с раздельным мусором. Пойдем во вкусную точку, накупим всякой еды. Придем, сядем в машину, покушаем и как раз-таки уже поедем за сестрой, посидим там около ЖД вокзала, подождем немножко поезд. Кстати, может, кто-то не понимает, у меня моя сестра родная живет в Воронеже, и, соответственно, мы с ней видимся, блин, раз в полгода, поэтому вот такой момент снова, единственный в полгода, что мы целую неделю будем вместе тусить, видеться, вот. Потому что, ну, раньше, блин, мы жили... в одной комнате, в одной квартире, а сейчас просто сестра с тех пор, как уехала в Пермь сперва, но в Перми она жила как бы долго так-то, вот, и как бы в Пермь приезжать никакой проблемы не было, вот, а в Воронеж, блин, на другой край вообще страны ехать такое себе, поэтому сестра приезжает сама к нам, вот, но надо все равно как-нибудь съездить и к ней. Что, идем? Вот, так что закрывать можно? Все, так что пойдем мы сейчас во вкусную точку. Жрем сегодня плохую пищу. А так вообще мы на правильном питании целую неделю сидели. Теме это не зашло, у меня тоже не особо, поэтому мы продолжаем есть как ели. Просто уменьшаем порции. Вот. Еще спортом пытались заниматься, но тоже такое себе. Время заказа. Смотрим, за сколько они приготовят вот такой чек, когда тут занято просто вообще. Там очередь на 40 человек. Готовы, короче, 45-й заказ готов. У нас 80-й. Это из таких же вот заказов, из обычных. Там еще помимо этого еще есть типа дополнительные заказы. Посмотрим, как они справятся, мне просто интересно. Иногда. Уже 7 минут прошло. Наш заказ даже не появился. Очередь. Вкусная точка. О! Разорви очко и точка. Нет, что ты... А, так, да, ты говорил? Да, разорви очко и точка. Ладно, короче, ждем. Взяли, вот, смотрите, что мы взяли, кому интересно. Это Тёме, это Тёме, это Тёме, это мне. Бабушке позвоню. А, да, бабушке позвоню. Так, это... Короче, набрали, вот, на 1200. Пока мы уже ждем. Ровно полчаса. Полчаса ровно ждем. И там 0,79. Вот это народу. А у нас 0,80. Народу. Народу, да, много. Какая. Устал ждать. Устал. Я хочу кушать. Мы приехали уже на ЖД вокзал. Сейчас будем кушать. У Тёмы бургер. У меня тортилья и картошка фри. А у Тёмы картошка фри дольками. Вот. У меня еще Липтон, а у Тёмы Кока-Кола. Вот. Так что сейчас быстренько поедим, минут 20, и поедем... Пойдем. Нет, мы не поедем больше, потому что тут круговое движение, два раза мы по нему сейчас ездили. Нам очень повезло, когда мужик уехал. Да. Спасибо тебе, мужик. Надеюсь, ты... А второй мужик подождал, такой, что я, говорит, найду все равно место. Зря вообще. Вот, так что... Все, кушать будем. Вот. Мы пришли на какой-то путь.
как я давно ездила на поезда. Поезда. Он, блин, угорает на поезда, если быстро повторять. Весело. Ну, не грустно. Вот, так что мы на этом, на тоннель. Где? На Перми второй. Где-то едет. Сейчас приедем. Даже к нам домой забрали там шашлык. Мы вчера заказывали. И формочку маме. Так что сейчас вот поедем сами домой. Вот. Завтра идем в лазертаг. Так что будет интересно. Смотрите. В общем, мы уже давным-давно дома. Ну как давным-давно? Наверное, где-то полчаса. Что ты мне зачем-то скидываешь? Не скидывай мне это. Вот, короче. Вывезли сестру домой. Как уже я вам рассказывала, вот. И хочу показать вам, что мы накупили в ТРЦ «Планета». Может, оно есть, что показать. Немножко совсем набрали. 3 вещи из одежды и 2 бьюти-штучки в «Золотом яблоке» взяла. Вот, кстати, в «Золотом яблоке» мы так долго стояли, там вообще пипец, блин. Не знаю, минут, наверное, ну, 20, 30, да, ты говорил. Вот, ждали, пока там кассы там... продвинуться. Впереди нас девушки там взяли на такую крупненькую сумму всяких бьюти штук. И я такая думаю, ёж ты ж свет. Какой кошмар, зачем? Типа, чё вообще? Вот, так что сейчас покажу вам, что мы купили. В общем, показываю, что мы взяли. Тёма смотрит, там всякие ролики лежит. Вот, взяли 2 базовые футболки Тёме. Получается, черную и белую, чтобы ему на концертах играть. Оверсайз взяли. Вот, потом, значит, взяли мне вот такие типа леггинсы. Ну, обычные черные. Ой, серые штанишки такие легкие, хлопковые. Так. Чё, вообще обнаглели все. Так и готов. Вообще. Ладно, вот, короче, такие леггинсы обычные, домашние. 300 рублей, блин, Тёма увидел, сказал, бери, не думаю. Я даже мерить не стала, просто взяла себе XS. Они, правда, мне маловаты, но это будет мотивация для похудения. Вот, ну, и... ну ладно, растянешь потом. Чем? Короче, не угорай. Я даже не знаю, чем. Я тоже не знаю. Вот, и взяла в «Золотом яблоке» духи себе, потому что у меня, блин, нету туалетной воды, и я, блин, не знаю, месяца 4-5 уже хожу как вонючая просто какая-то. Вот, и взяла, давно хотела себе гель для бровей, обычный, прозрачный. Хотела взять на «Озоне», который стоит, блин, за 800 рублей, пуся какая-то там мне посоветовали. Но решила, что ладно, обойдусь пока таким. Это у нас получается... блин, как это называется... Арт-визаж, вот, так что буду пользоваться наконец-то. А, кстати, забыла сказать, что, типа, вот эти 2 футболки Тёме взяли в твое. Стоили они, сейчас скажу, сколько. За 800 рублей, короче, футболка. Но это достаточно недешево, я бы сказала. Можно за 500 рублей было найти где-то. Я нанесла себе сегодня тон лица. Ну, короче, всем привет, следующий день. Тёмный. Я сегодня вообще все. Вот. Мы проснулись где-то в 11:30, я встала, и едем сейчас до родителей, забираем их всех с сестрой вместе, и едем мы в лазертаг. Первый раз я еду на такую фигню, чем мы не знаем. Ездим, не знаю, что там будет происходить, но очень как бы так интересно, конечно, страшно одновременно, вот, так что, если получится, то засниму, если нет, то просто фотку представлю, фотка точно будет. Так что все, поедем. Приехали наш Винников. Ждем девчонок. У нас еще там 3 девочки будут, сестры. И еще девочка, подружка у сестры. Вот, приехали, стоят, все ждут такие. Вот.
будем играть. Не знаю, получится ли у меня заснять. Очень хотелось бы. Сгоняли в лазертаг, уже приехали домой, завезли домой родителей, сестру. Вот, сестра сейчас там, ей надо немножко поработать. Вот, мама у меня сегодня в ночь пойдет. Ну и, короче, как-то вот такими темпами мы сегодня сделали такой наш первый выходной совместный. Мы сегодня еще на репетицию к 5 часам, время сейчас 3 часа. Где-то, наверное, через часик, через полчаса мы поедим. Поедем на репетицию, вот. А потом после репетиции или до репетиции, не знаю, посмотрим, как там пойдет дело. Заедем уже к сестре снова, к родителям. И там, не знаю, с ней поболтаем, там, не знаю, что-нибудь там. Проведем, короче, вместе время, потому что, ну, как бы, первый день уже подходит к концу, а мы только в лазертаге увиделись. Спасибо. Вот, у меня сегодня вообще что-то, кстати, лицо такое. Все, он тут что-то пипец, короче. Вот. И получается, сейчас мы немножко отдохнем, потому что лазертаг — это такая мощная штука, что типа там бегаешь, капец. Я, правда, не особо там что-то понимала, типа как бегать, что вообще, куда стрелять. Я просто там типа пряталась и все. Вот. Но классная игра. Я уверена, что мы еще раз пойдем туда, только уже с кем-то другим. Вот, обязательно туда сходим, но было классно. Вот, нам понравилось, так что всем советую. Вот таким волшебным образом мы оказываемся в машине. В общем, едем с Тёмой на репетицию. Поели, отдохнули немножко, но сказать честно, я не отдохнула прям так сильно, чтоб... Вот, поэтому не знаю, что-то вообще я хочу спать. Мы легли где-то, наверное, может, в часа в 3. Я даже не помню, как я уснула сегодня. Вот. И, получается, проснулись уже в 11. Ну, короче, по сути, так-то 7-8 часов мы спали. Но я все равно не выспалась, как обычно все. Вот, кстати, еще раз повторюсь, что микрофон не подцепляю, потому что мы все так резко, быстро все это происходит у нас, что микрофон, короче, неудобно прицепить. Вот. Я решила, что когда будут какие-то статичные видео, мы, кстати, думаем с Тёмой снять кое-какие статичные прям такие ролики, да, не помню, что за ролик мы недавно тут хотели снять. Думали вчера буквально, тему ролика придумали. Или не придумали. А, все, я вспомнила. Короче, заснимем, потом уже скажу вам, что за ролик. Вот. Хочется, конечно, не только снимать влоги, но и вот это вот все. Так что Тёма уехал, ушел, точнее, сейчас в магазин. И поедем на репетицию. После репетиции еще не знаю точно, поедем ли мы к родителям, чтобы с сестрой время провести. Ну, скорее всего, наверное, нет. Ну, хотя фиг знает, вообще не знаю. Вот, потому что завтра мне на работу, и хочется все равно как-то еще немножко там поваляться, повялиться. Так, репетиция отмена. Мы пришли туда, нам никто не открыл дверь. Все закрыто. Да, все закрыто. Вот, там, ну, несмененный пароль нет. Нет. Дело в том, что просто там человек не пришел. Получились непонятки просто с датами, надо было заранее написать, позвонить. ПНЭ, ПТ просто. Да, да, перепутал человек, бывает. Бывает, конечно, у нас тоже много раз, когда с Венг сыграли, у нас тоже было куча таких, да, без этого штук. Никуда, особенно если несколько репетиций на неделе, там легко запутаться. А помнишь, электричество что-то даже отключали? А, да, электричество не было. Да, так что как бы это нормальная ситуация, вот. Сейчас мы едем к сестре, заберем ее и поедем погуляем куда-нибудь, поездим, покажем ей, что вообще у нас тут происходит. Это, блин, полгода не была, она, как я уже говорила, в Березняках. Мы с ней не катались, вообще. Ну, вообще с
больше не пытайте. И Катю. Катя умеет, кстати. Машина есть? Да. Ее учили. Че, я вчера ехал по офису. Ну, не, прав нет. Вот и спис. Я хочу такую заботику. Лети, какую заботику там идет. Вот лети, я такую хочу. Это же спиц? Да, ты спиц. Я хочу такого спица. Это виходка. Кто? Че ты сказал? Виходка, повтори, повтори. Виходка с ногами. Какая еще виходка с ногами? Для мытья. Ну, маленькая очень. Ничего не маленькая, я хочу такую собачку. Ужас. Ладно, поехали. Короче, идем. По вот этой вот фигне. Я все время так говорю, мне надо отучаться от этих в общем, короче. Может, я заметила уже. Короче, мы ей слышишь, так. Сорняки, эти слова ужасные туда-сюда. Приехали, короче, на вот эту вот фигню. Ну а тут уже все затопило. Буквально дня три назад мы ездили сюда. Все было сухо еще. Но сейчас речка разливается. Поэтому уже все сыро. Все очень логично. Ладно, пойдем дальше. Ну тут красиво сделали, кстати. Я, по-моему, на влог не снимала это все. Потому что не снимала влог. Мы приехали в. Да, в Соли приехали. Вот, качаемся. Ломаем государственное имущество. Юля 21 годик. Большая девочка уже совсем. Нечего снимать, неинтересно ничего. Да вон-то Соль. Птичка в лесу накакает? Вкусно будет. Словил дзен. Вот так вот здесь обустроили красиво. Вот видите, там батут слева. Я на него не пойду, потому что он занят. Да. Постоянно все прыгают. Не, ну красиво. Поедем, поедем тихонечко. Пусть он уезжает отсюда. Буду двигать. Так, вот тут ручка есть между ног. Двигайтесь. Ну да подними на себя. Ну. Теперь на подушку взять. На подушку под жопу. Вперед смотри. Видишь, мы уже едем. Отпускай спину. Да отпускай быстрее. О, едешь. Быстрее, быстрее отпускай. Да. Вы с горки отпускай. Газ не надо нажимать. Отпустила. До конца отпускай. Отпустила. Отпустила? Да. Все, едем. Теперь чуть правее возьми. Вот сюда. Поворачивать? Да, теперь руль крути. Сильнее, сильнее крути. Вот, газ чуть-чуть нажми. Чуть-чуть газ. Держи руль, главное не отпускай. Вот. Все, теперь прямо делаю. Смотри. Теперь так же. Чуть правее. Прям вообще вот можешь правее. Да. И теперь поворачивай. Газ можешь не держать, мы тут потому что с горки, ты тихонечко поедешь. Там вот резина лежит, прям в резину едешь. Все. Все, теперь это прямо колеса делаю. Ну нормально, мы едем вообще. Давай левее, нажми сцепление до конца. Сцепление до конца выжми. Угу. И тормоз нажимай. Короче, как вы поняли, мы уже приехали на эту штуку, где учатся кататься, короче. Вот, я уже посидела за рулем, и я такая, пипец, как страшно, это просто пипец. Сейчас у меня Катя будет, сестра моя. До конца, да, резко его нужно нажимать. Так, а какая нога на тормозе? Правая? Правая. Ага. Сейчас проверим. И... Ну, сейчас так же, вот как Юля ехала. Тут можно немножечко коснуть чуть-чуть. Все. И получается так же прямо. Секундочку. На себя, получается, и вперед. На себя вот так вот прям и вперед, да? Теперь... Тобут тормоза сцепление. Не, подожди, мы сейчас в горку немножко. Ты чуть-чуть сцепление подотпусти. Ага. Машина дрыгаться начнет. Вот дрыгаться начнет. Теперь газ. Газ нажимай тихонечко. И отпускай сцепление до конца. Ой.
рассказывай, как тебе? Ужас, кошмар. Ты хочешь себе машину? Я хочу Теслу. Машину. Теслу. Чтобы он сама ехала. Да, блин. Это капец, блин. Вообще, реально страшно. Чё она прикрыта? Она, то, что дверь не закрыта. Не закрыта? Нет. Закрой мне, не откроем. Вот, он тебя просто. Ща там. Вот, блин, я вообще не понимаю, как вот просто вот в трассе едешь, тебя я где-то... Да-да-да, где-то же тебе там надо остановиться резко, допустим. Надо на светофоре. Ну вот как девушка пусть сейчас учится. Делает упражнения каждую неделю. И все получится. Так что да, вот такие дела у нас тут. Капец. Тёма там ходит, расставляет себе конусы, сейчас он поедет змейкой. Тренировка у него. Завезли сестру домой. Повалялись такие, посмотрели видосы, а сейчас завезли сестру домой и приехали в Пятерочку. Да, Тёма захотел холодец и паштет. Но сейчас мы наберем явно не только две эти вещи, два эти продукта. Вот, так что идем, смотрим, что тут есть, потом приедем домой, покажем, что мы купили. Распаковка, какую-то херню взяли, персику? Нет, садись в жопу. Ты уверен, что туда? Бля. Может, это запасное крыло, типа, просто? Нет, это, типа, жопное крыло. Ладно, окей, жопное крыло. А куда крыло. Его? Доставь так, пофиг. Вот так, что ли? Нет, так нет, хуже. Доставь так. Ну, так там, может, нарисовано? Ничего, нифига не нарисовано. Все нормально, я вставлю. Ну, давай, кот. Проверим сразу. Ой. В Пятерочку, короче, мы заезжали, как вы уже поняли. Упаковочка дальше. Кстати, мы заезжали в крепость еще. Крепость, классный магазин, пивнушка, ага. И купили вот такие штучки, купили вот такие. Кальмар был там. Да, так мы не пьем, едим вот. Снеки всякие. И получается арахис. Вот. Очень вкусные, кстати, штуки, но я бы не сказала, что это прям дорого, пипец. Вот. Это мы сегодня чай пили тут с Катей. Так, дальше. Что у нас тут? Сейчас все достану, короче, и покажу вам. Так, показываю, что мы взяли. Короче, Тёма захотел паштет, взяли вот такой. Потом огурчики. Холодец Тёма захотел. Монетки выдают сейчас вот такие в Пятерочке. Потом печенье, у нас к чаю ничего не осталось. Потом Тёма взял соус грибной. И захотели сок. Будем попьем немножко сок. Это я завтра на работу возьму. А это Тёма тоже взял к чаю. Очень любит рулеты. Вот, так что... Такая мини-маленькая прям совсем закупочка у нас получилась. Кстати, я нашла чупики по 5 рублей, потому что я ни разу не видела, где еще продают такие. Вот, в крепости. Пожалуйста, берите. В общем, я решила закончить на этом влог, чтобы он сильно там длинным каким-то затяжным не был. Спасибо за просмотр. Это персик рёс. Вот, так что всем пока-пока.